А то внутриобласное, а это внутригородское. Ну, Осипенко это нас недалеко. А Василька тоже. Она за... которые ходят в город, где... Не... В город, где не... Ну да. На Василюка это за кладбище номер 2. Вообще-то. Ага. Ты не путай. Одно с другим. Не путай. Понял. Междугороднее, да. Внутривозное, когда ты с Бердянска в Запорожье едешь. Кто другое дело? Ну, в Запорожье, Токмак, Васильевка. То, что по пути, ради бога. Ну, пока есть у сидячих, плюс документ сверху. Ну, да, да. Ну, в Бердянске и маршрутках тоже требует документ. Ну, сейчас я... Приехал, нам никто ничего. Просто знаю, что не у всех документов еще есть. Потому что с некоторой только первую вакцину сделали. Ну, как я, например. А у меня еще в конце этого месяца вторая. А мне нужно метнуться к врачу, получить эти бумажки. Там у тебя через 20, через 40 дней. В конце этого месяца. А то там вчера одна говорила, если ты делаешь... какую-то слабую накал вот это, то через 20 дней надо... Я делаю коронавак на К. О. Я то ее... Через 20 дней надо еще, а если ты не делаешь, но те американские, я то понял. Через 40 дней. Но у меня через 20 дней. А. Я делаю слабую, то что для внутригородского, внутриобластного подает. Угу. Это же сильно для тех, кто уезжает за границу. Ну, но да, мне да. Что они нужно. У меня все дела здесь. Дела по делам, да? Ну да, у меня все дела здесь, в Бердянске. Мне за границей делать нечего. Поможем. Это путевки дорогие, ты что, шутишь? Что мне там за границей делать? Это работа. Нафиг оно мне там нужно, а? Хвосты заносить? Или задницы целовать? Гоночный мотоцикл где-то там поехал на дороге. Иностранку найдешь себе красивого. Спасибо, украинки уши. Стой.